Пространство, стирающее какие-либо границы, полное погружение. Такими впечатлениями поделилась директор театрально-концертного центра «Щелковский театр» Светлана Хворова от участия в проекте «Директора театров будущего». Она вошла в топ-30 лучших театральных менеджеров страны. Программа проекта уникальная в России. Ее участники – это молодые специалисты, которые хотят менять свои театры, делать их лучше и актуальнее. Руководителем и идейным вдохновителем курса стал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров Кирилл Крок. Образовательная программа разделена на 3 этапа, которые проходят в офлайн и онлайн формате. Первый состоялся на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Вернувшись с Тавриды, естественно, изменения вносятся моментально. Мне кажется, ребята, с которыми я работаю, моя команда, они уже волновались в момент моего возвращения, потому что я привезла вагон идей, и мы сейчас меняем наш дизайн. Сейчас у нас идет замена и нашего сайта, имиджа театра. Я думаю, что в ближайшее время вы заметите новые решения и новые формы. Впереди еще 2 этапа. Завершающий состоится в Геленджике в сентябре. Участники выйдут на защиту итоговых работ и презентуют свои идеи театральным деятелям со всей страны. Программа очень уникальная. Это такой, ну, на самом деле, глоток живого воздуха, такой приток кислорода, который помогает твоему сознанию, ну, перевернуть кардинально. И ты, мне кажется, мы все разъезжались настолько заряженными, потому что атмосфера была очень доброжелательная. Ты получаешь помимо знаний еще очень крутую мотивацию и поддержку, что очень важно в нашей среде. Светлана Хворова с детства связана с творчеством. Росла в музыкальной семье. Папа – главный дирижер духового оркестра. Окончила музыкальную школу. Светлана пришла в Щелковский театр в 2015 году, когда он начал свою работу, и прошла путь от кассира до должности директора, которую заняла в 2021 году. То, к чему мы пришли за 2 года последнего нашего развития, ну, это большие показатели, показатели роста и в плане организации новых мероприятий, новых форм, количество новых зрителей. Собственно, у нас появился вот этот чудесный сквер, о котором мы долго мечтали, но благодаря поддержке главы нашего города мы стали его чудесным обладателем и имеем возможность здесь и проводить какие-то тематические мероприятия и уличные. Сейчас команда Щелковского театра активно готовится к новому театральному сезону и очень скоро порадует зрителей новыми постановками. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.